Встречаем участников. В синий угол ринга боксер из Санкт-Петербурга по прозвищу Джако Равшан Эргашев. А ты прикурила Мальборо, 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 зарыдав, это ли не Санта Барбара, Барбара, себе голову ломав, оклемали сразу Мальборо. И встречаем его соперника, боксер красного угла из Иркутска, Денис Савицкий. Гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и поет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле. Представляю вашему вниманию участников шестираундного поединка в полутяжелом весе. Синий угол ринга, боксеру 22 года, рост 183 сантиметра, вес 83 килограмма, 400 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев, 6 побед, 2 нокаута при 6 поражениях и в одном бою была зафиксирована ничья. Возвращается в профессиональный ринг после полуторагодового перерыва из Санкт-Петербурга по прозвищу Джака Равшан Эргашев. Красный угол ринга, боксеру 25 лет, рост 180 сантиметров, вес 82 килограмма, 200 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев, 8 побед, 6 нокаутов, ни одного поражения и одна ничья. Профессионал 2018 года в трех последних боях одержал досрочные победы. Из Иркутска Денис Савицкий. Рефери в ринге Семен Стахеев. Первый раунд. Ух!
Тайм. Второй раунд. Зарик. Третий раунд.
Четвертый раунд. Стоп.
держи, не держи. Пятый раунд. Стоп! Ах, ах, ах,
Хорошая, понимаешь, да? Ну, хорошая.
все на середину. Итак, дамы и господа, в этом бою победу единогласным решением судей одержал и остается непобежденным Денис Савицкий. Красный угол, Иркутск.